Видео снято с сайта swayakmartin.ru специально для участия в конкурсе на сайте vipschema.org. Вот такая вот платка на скорую руку у нас получилась. Данный провод черного цвета, это у нас будет подача напряжения. А вот эти три, соответственно, будут электродами на разной глубине. Я вот их примерно уже согнул. Первый, самая глубокая, будет загораться красный светодиод. Средняя глубина, будет загораться желтый светодиод. И верхний зеленый, символизирующий, что емкость полная. Приступим к испытаниям в полевых условиях. Итак, проверяем. Половина емкости. И емкость заполнена. Давайте выключим свет, чтобы было лучше видно. Вот такая вот штуковина получилась. Соответственно, при опустошении будет происходить обратное действие. Ну, на этом, пожалуй, все. С вами был Свояк Мартин. Всем пока-пока!